учите иностранный язык, читайте детские книги. Слышали такой совет? Лайк, если да, посмотрим, сколько нас. Давайте посмотрим, какие слова вы можете узнать, читая детские книги. Ну вот, например, качели, качаться на качелях. Или бетономешалка. Запишите бетономешалка. Наверняка каждый день будете использовать. А животные? Животные. Да посмотрите, здесь и тигр, и страус, и гепард. Вы будете просто экспертом по животным. Вы будете знать их лучше, чем смотритель зоопарка. Ну, в общем, вы поняли. А какие еще замечательные советы об изучении языков вы постоянно слышите? Напишите в комментариях, давайте обсудим.